Что ты делаешь, Сережа? Что? А ты что делаешь? Снимаю. Фу, одышка у меня. Друзья, всем привет, с вами Дескрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты друзьяки. Кать, у меня же стройка, елки-палки. А зачем тебе эти палочки? Довожу до совершенства, сейчас покажу. Смотри. Ёшкин ты кот, ты шо, наконец-то, блин, теперь уже как человек на улице будет жить, а не то, как домашнее животное. Стоял себе в доме. Ты мой красавчик, эх ты. Шо, уровень? Хочу тебе завтрак приготовить. Завтрак в деревне, так и называется. А шо, ты не мечтал об этом? Нет. Эх ты, оператор. Немножко завалено, сейчас я подрегулирую здесь. Ох ты, кабанчик. По-моему, шо? Теперь завалено там. Ёханый бабай. И шо? Оно мне надо было. Слушай, тут миллиметр, а наоборот должно быть чуть-чуть сюда. Объясню почему. Потому что готовить сегодня будем на планче. Я как прораб, ёшкин ты кот. Планча — это вот эта вот штука. Молодцы, кто придумал. Я всегда себе хотел что-то вот такое вот. Просто поверхность чугунная. Кидается на газовую конфорку. А что я говорю? Сейчас увидите. Ты шо, ты шо? Вот я стою. А, что я говорю? Немножечко сюда, потому что вот лишний жирок стекает вот в эту маленькую нишу. Эх ты, Катюня, я же подожди, вместо этой стройкой. Ребята, особенно Галкин, для вас. Ты шо, доехала посылка? Я в шоке, ну его в баню этот завтрак. Давай распечатывать. А? Я тебе говорю. Так, меня разносит. Долгожданная. Володя, чтоб ты был здоров. А что тянуть кота за яйца, правильно? Ну ты не хочешь запалить пока газ? Катя, что его палить? Да подожди, эта планча заводится, ну за минуту она уже будет готова. Серьезно? К использованию. Ну да, это же металл, там же газ, оно нагревает его. Что еще? Просто уже обедать пора, а ты только завтрака меня собрался кормить. Что ты его так гладишь? А что ты жалуешься? Нет, я не жалуюсь, я констатирую. Нет, я балдею. Просто какие молодцы, что придумали вот такой агрегат. Я его с утра стою, полирую и думаю, ёшкин ты кот. Ну, вроде бы и металл не сильно, не утяжелили они его. Ну, соответственно, и цена в разы меньше, чем Сабер стоит. Ну, просто большие молодцы. Все настолько продумано. А многие пишут, что им такой больше нравится, чем Сабер. Чем Сабер? А я вот, ребята, уже начинаю сомневаться тоже. Ну и тот хороший, и этот замечательный. Ну что ты поделаешь, блин, жарит, конечно, великолепно. А что говорить, кому интересно? Все контакты под видео, так что Гриликс, благодарочка. У них там столько аксессуаров, что я вам даже рассказывать не буду. Вот вам Инстаграм, заходите, и будет вам счастье. Так что я лучше, буду долго распечатывать, а потом быстренько пожарю тебе завтрак, хорошо? Хорошо. Так, я все сделал, друзьяки все мои хорошие, туда-сюда, да, 50-е. Отодвинулась. Я тебе хочу сказать, что вот здесь вот Миланька спит по-другому. Да? Если дома я ее там качу, допустим, от дома, ну, суета, там, троллейбусы, люди. Ну, минут хороших 20 она засыпает. Тут вот так вот два раза качаешь, и она... Вот что вчера у Алины точно так же, и у меня сегодня. Песенку даже не успевает себе допеть. Мур-мур, и все, и спит ребенок. Ой, елки ты палки. И что там? А? Володя, спасибо огромное, что вы есть. Ты что, такие друзьяки, обалдеть можно. А мама какая у него. Ты что, имеешь желание познакомиться уже лично? Да собирай чемодан. Шо? Так это он спрашивал, Липованчик, что вам до новоселья прислать? Я говорю, Володя, ничего не надо, у нас все есть. Ё-моё, Феррера, аж столько, обалдеть. Это же мои или твои любимые конфеты, а? Ой, там что-то такое красивое, Сережа. Катюша? Что-то очень красивое. Тихо, тихо, тихо. Это, наверное, спокойно. Уже... Спокойно, не лезь это сама. Уже, это уже мне, наверное. Не лезь. Боже, сама, какая сказал. Боже, какая красота. О, специи у меня почти закончилось. Монреаль. Целую тебя. Ребята, те, кто знает, что это такое. Володя, спасибо. Теперь хватит аж до Нового года.
следующего. Нереальная специя для любого мяса, вы просто не понимаете, что это такое. Один большой шикарный жир. Ёшкин ты кот, а это что? Смоки, хани. А, был такой, по-моему. Хабанера, хабанера. А, обалдеть. Так это теперь острый, да? Это теперь будет такое, у меня аж губы будут трещать и радоваться. Ёшкин кот, ёшкин кот, ёшкин кот. Ты что, ребята, вы не понимаете, что это? Точнее, вы понимаете, я в шоке, DJI Mic. Это то же самое, что у нас вот здесь вот? Да, сколько они отработали у нас? Ну, 2 года. 2 года не вынимая. Да, что произошло? Микрофоны нормальные, а вот сам передатчик, я так понимаю, что уже гафнул у него микрофон, потому что хватает на 15 минут съемки. Почему у нас такие видео длинные? Я его опять кидаю в кейс, жду, пока он зарядится, по новой, короче, и все такое, да. Обалдеть! Покажи мне обалдеть. Вот эти баночки. Катя, это оставь ты в покое. Красивое. Это, наверное, тебе мама передала, а? Тяжелые? Ты что, полные? Катя! Смотри. Что это? Это, вот, видишь? Ну, рисунки я понял. Коллекция мыла. Фреско. Коллекция мыла. Ты что? Какая красота. Спасибо большое. Очень красиво. Такое чистое. Она мне еще, наверное, не была ни разу. Обалдеть. А прям какое? Под мои люстры. Это, Катенька. Ты хоть снимешь мне сегодня или сразу сейчас пойдешь? Эти пойду. Пердолить их куда-то. Так, это вот сюда, на видное место. Ты можешь не лезть сюда, когда я это не знаю, что это? А-а-а! Настоящий ризотто, Марат! Все. Чтоб ты был здоров, готовим новый рецепт за ризотто. Ёшкин ты кот. Ой, это рахат лукум. И посмотри, какая красота. Не знаю. А это что? Катюшка? Прямо боже мой. Спасибо большое. Ангелочек. Какая красота. Ребята, огромная благодарочка. Ты что, вы лучшие. Ё-моё. Хотя у нас все замечательные друзья, подписчики. Прямо шедевр. Будет у меня здесь стоять? Что ты скривилась? Вы не видели ее лицо, только что чуть в обморок не отъехала. Ну пусть хотя бы сегодня постоит. Ну пусть сегодня постоит. Да ты что? Ну что, приходите к нам чай пить. Что я могу сказать? Какое тяжелое. Какое красивое. Мы сейчас с тобой все... Короче, Галкин, сегодня завтрак для вас готовлю, чтобы вы были здоровы. Я тебе говорю, благодарочка. Не, ну это... Такого в Одессе еще пошукать надо. А у меня есть. Ну что ты, мыло свое. Блин, на самом деле тяжелое. Красивое. Шикарное. Не знаю, куда поставить. Ну вон поставь, чтобы не упало. На телефон можно поставить? Нет, вон туда, на желтую тумбочку. Вот, пусть стоит. Тарам-дам-дарам. Тарадам-дам-дарам. Так, что, масло есть, яйца, чтобы ничего не перепутать. Эх, ты, понеслась. О, горит. Ладно, что там, уровень мне уже не надо. С меня еще тот прораб. Пусть полежит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты такой несимпатичный, слушай. Вот потом люди мне пишут. Я? А что ты меня одела, блин? Колени оттянулись, штаны грязные. Так я вам хочу сказать сразу другое. Худой. Именно опровержение. Что вот она все вещи взяла, кроме моих. Неправда. Что неправда? Ну, неправда. Тебе показать, что я в чем? В чем? А ну, покажи. Вот в чем ремонт начали, в том и хожу. Смотри, какие я тебе выдала носочки симпатичные. Катя, оставь в покое. Ой, дай кусочек чего-нибудь, можно? Деликатес. Это вчера были уважаемые в гостях, еле-еле-еле-еле. И родненькие не доели. А, уже горячая. Ну что, шмальнем по яичку. Угу. А ты 2. А ты? Ну, а я рядом буду. Что я хотел сделать? Да, блин, почти ничего. Смотри. Так, руки же надо сполоснуть. И что? Сделаем наш бекон одесский. Единственное, что я пинцет сюда еще пока не перетарабанил. Катя, оставь мне немножечко на блюдо, моя ты хорошая. Кушай колбасу, ее больше. А зачем тебе пинцет, Сережа? Ты посмотри, что будет происходить. А я бы сейчас пинцетиком переворачивал, хотя я и так могу. О, вот это начинает работать планча. Я сейчас немножечко слегонца вот это вот обжарю.
потом шлепну именно то, что я хотел и всю жизнь мечтал. Вот на такой штуке плоской. Угу. На гриле пожарить яйца. Ну вот что ты, у меня желание обыкновенное. А ты это будешь снимать? Снимаешь вообще-то ты, а я готовлю. Нет, вот эти кусочки, или ты на них будешь жарить? Ну сниму. Ты бачь, какая вещь. Просто сухая. Замечательная сковородка. Ну, мы на ней, помнишь, какое мясо исполнили? Когда на костях здесь. Мне сам момент нравится, что ты вышел из дома, зажег вот эту штучку. Ты что, погода сегодня такая, да я позвоню. Кому? Вадику? Алло, гидромедцентр. А, я забываю постоянно набрать. Гидромедцентр. Спасибо огромное. Все, как договаривались, да. Погода шикардос, лучше не придумаешь. Штиль такой. Вы все не понимаете. Я утром поехала, было приморожено стекло на машине. А за городом всегда прохладнее, чем в городе. Конечно. Там надо мне на заметку. Тут меньше люди пукают, понимаешь? Атмосфера здесь другая. Чистый воздух. Шикардос. Ой, Сережа, Сережа. Да что ты сережкаешь, сережкаешь? А, не отпускай, значит, еще. Не готово. Пока не готово, да. Мне кажется, оно было готово до того, как ты его положил. Ну, так это вообще шедевр. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А у Володи есть такая штука, у Галкина. Откуда ты знаешь? А помнишь, он такой интересный возле бассейна стоял, голый почти и в кепке. Ну и в фартухе. И жарил, короче. А еще там лопатка у меня, кстати, тоже есть. Это шпатель. Вот такая. Ну хорошо, был шпатель, когда мы строились, а уже достроились, теперь лопатка. Ты берешь вот так вот себе там все там делаешь, там лучок туда-сюда, фаршик вот так вот мнешь, делаешь котлетки бургерные, прижимаешь, потом ляп подкинул, перевернул, поймал, не поймал, помыл и дальше готовишь. Короче, скажи, удивительная, мне, а хорошая вещь. А ты в город выезжать планируешь в ближайшее время? Что-то мне кажется, что ты... А сколько мы по времени ремонт у нас шел? Полгода. Вот полгода не буду. Чисто по-братски. Да шучу, шучу. Куда же мы без Одессы, мамы, елки-палки. Тем более здесь рукой подать. Только выехал, уже приехал. Ай, Катенька. Да какой там бекон? Бекон курит. Такое сало красиво испортить. А я же, ты же до конца не поняла. А я же хочу сделать тебе максимально приятно. Масло сливочное, то, что Оля передала. Олечка, как это? Не надо бежать на почту, у нас еще два пакета есть. Приберем. Два брикета. Масло шикарное, просто обалденское. Как раньше было. Настоящее. Слушай, я вроде бы не голодный, вчера же ели. Uh-huh. А уже от этих ароматов начинается что-то там непонятное, короче, какая-то дискотека. А у тебя были такие деревянные вчера щипцы? Сколько лет, да то большие. Подойдут? По приютам скитался, не имея родного угла. Нет, то большие. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет? Ого. Ага. Появился. Ах, зачем меня мать родила? Ой, ухи мои, ухи, за что же вы, братухи? Их тянете так сильно, что не вмочь. Ведь я ж почти сиротка, не брал я денег в водках. И вас прошу хоть салом мне помочь. А кепка в клеточку, судьба рулеточка. Прости, барсеточка, ну погоди. Ей-богу, спаришься, покуда справишься. Уж ты сноровочка, не подведи. Уж ты сноровочка, не подведи. А, какое у тебя, смотри. А тебе говорю, Катенька, ты шо? Обалдеть. Любимка моя, ты посмотри, что происходит на твоей тарелке. А чё ж мы не купили больше тарелок, вот ты знаешь? Катенька, я всегда говорю, значит, будет повод еще раз ездить на барахолочку. Ну, такие красивые, ну я их единожды только встречала. Да ребята же тебе сказали, что они только приехали, первый раз были на барахолке. Так влюбились, что уже вряд ли они отсюда когда-нибудь уедут. Очень вчера мы сидели, когда Алена была так красива за столом. Привет. Не, во-первых, сидя там вообще по-другому. Правильно? Так, а ну-ка врежу я это.
холодненькое масло. Ты да не вырежешь, Сережка. Да это не я, это нож. Макуста. Как я рад, что я до него добрался. Смотри. Made in Japan. Причем надо было дописать. Оригинале 100% для Липована. Давай, оригинале, у тебя там горит оригинале. Ну и на Юлю пожарь яичко. С удовольствием. Ох ты шо. Там тюлечка осталась. Это уже прям не завтра. Катюня, это цибулька есть. Все. Ты посмотри. Красота. Так, на минималках идем. Катюнька, вот сейчас вот будет именно magic. Magic. Аромат какой сливочного масла. А ты уменьшил газ? Да. На минималках идем. Скажи мне, ты мне сыра выделишь кусочек? Легко. Все. А зачем? Ну сюда натру. Прощай, диета. Это ж завтрак в деревне. Тебе хватит 5? Не, мне 2 хватит. Только чтобы вот эти глазики были мокрые. Еще одну надо. Ты не команду, я сам знаю. Я подсказываю. Слышишь, мы можем уже отель открывать, Сережка. Ты будешь завтраки готовить. Смотри, как у тебя. Как в Турции, знаешь, на этом... Как оно называется? Ну, линия вот эта. Шведская. Все включено, да. All inclusive. Да, они там блины жарят, яйца, яичницы. Так я больше грамотный, чем ты, получается. Че, я же сказала. Так, подожди, что, соль и что? Перечницу не принес пока еще. Ну, ничего, пока только-только переезжаем в процессе. Так, где ты говорила, сыр? Ты посмотри, сидит на столе. Кто? Да наше это чудище рыжее. А ну зайди, ну давай ему по жопе. А что, памперсы могут лежать на столе, а Монька не может? А ну слился отсюда, быстро! Ах ты рыжий! Шашку, чтобы мы не разбили. Чародей! Он же не шуганный, он же не знает, что это такое. Слился отсюда, сказала, быстро! Моня! Катя! Моня ушел! Катя! 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 Что? Катя! 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 Ты неплохо. Это тебе. Ты слышала, как ты себя ведешь с ребенком? Моя я. Тебя сейчас зеленые забанят. Покусают тебя за МДБ целый. Ты что? Я их не обижаю. Слез. Давай. Не, ну хулиган это еще тот. Это Отелло. Или Акелло, я все время путаю. Пока Моньку там шугали, чуть яйца не профукали. Так, где-то у меня была соль. Гималайская прямо. Скажи мне, куда мне этого... приделать. Прямо аж вчера чесалось. Сереж, давай мы с яйцами закончим. Да пусть они сами с собой кончают. Что тебе? Не, ну это нет. Ну а тут будет лить на него, и вдруг он зальется. Хотя ну красиво. И что? Это ж дерево. Такой, у него такой взгляд... глубочайший, вот просто глубочайший. Ты не боишься? Прямо картина маслом. Кого, его? Да он же добрый. Смотри на те глаза. Он добрый, да. Всякие глаза добрые. И смотрит он, кстати, на меня. Море, чтобы ты понимала. О, это я тебя поймал. Что, чисто сольки, вот так вот для любви, не больше, да? Скажи, вот хорош? А? Орет сидит, ты посмотри. Кать, а? Вернись к яйцам, елки-палки, ты что неспокойная? Я говорю, тебе желток хорош? Да, да, да. Потому да, что да. Я уже планирую выключать. Да, конечно, выключай. Доставай на тарелочку, быстренько. Ты понимаешь, как работает эта планча? Шмяк и готово. Мне просто нравится, что это на улице происходит. Максимум, что надо сделать, когда, опять же говорю, проблема такая у людей, как помыть гриль? Да не элементарно. Решетка сама себя палит. А планчу быстренько под водичкой сполоснул и готово. И что? Какими длинными пойдем? Ну, это вообще, конечно, из области фантастики ты придумал. Ну, просто бесподобно, Сережа. Мне нравится. Начало хорошее у нас с тобой. Сегодняшнего утра? Да, прибываю. Катюня, я вообще думал, что тебе нравится прямо с того момента, как мы с тобой познакомились. А ты только сегодня вот это вот
Я тебе всегда об этом говорю, что мне все нравится, Сереженька. Блин, какой кучерявый сыр. Обалдеть, как называется. Какие кучерявые ручки у тебя. Ну ты подумай, а. Как ты вышиваешь тут с этими. Ну так ясными. А что, смотри. Да я не про руки. К зиме готовлюсь. Шо? Шо? А не шо. А хоть бы шо. Так, ты мне дашь этим шампунем руки себе иногда мыть? Хорошо? Дам, Сережа. Разочек только. Хорошо. Ну что? Давай побра... О, тут же хлебушек еще есть шикарный. Какой-то темный, но очень вкусный. Ты бач? Да. Да не, сегодня завтрак, я даже не знаю, что. А давай его на гриле. Губернаторы так не едят. Такие получились греночки. Катюша? А, давай успокоимся. Ты что тебе размотала? Давай хотя бы поедим, и потом еще раз что-то приготовим. Ты что, ай-яй-яй. Любовь моя, и что, как ты думаешь, пригорела? Да нет. Да откуда же ты все знаешь? Так, тут слиплись яички. Поджарились. Так какой поджарились? Это лучше не придумаешь. Посмотри, какая красивая тарелка. Бесподобная. Слышь, кто за что? Я ей исполняю здесь шедевры кулинарные. Тарелка-то, понятное дело, у тебя все хорошо, слава богу. Это так радостно на такой яркой тарелке кушать. Я бы как-то все время к белым склонялась, посоветую. Особенно твои яички. На ней очень хорошо смотрятся. Как это? А как в этом в почтальоне? Ты хочешь все сюда положить? Давай я еще принесу тарелки. Сейчас потекут глаза. Давай, неси. Катюня, ты бегаешь быстрее, чем я яйца жарю. Я стараюсь, Сережа. Хотя я думаю, что я чемпион по этому делу. Так, что нам надо? Пару вилок надо? Пройдем к столу. А, я же это взял, хотел что-то помазать. Не пригодилось, оно и так сопливое. Цибуля, лук, брат. Все здесь. Дивана не хватает. Вот чья бы корова молчала, так твоя бы мычала. Или чья бы мычала, твоя бы молчала. Вчера стояло здесь два дивана. Она говорит, в доме они срочно понадобились. И что? Ну, сейчас бы сидел бы красивенько и ел бы. Ты скажи мне, ты что будешь? Просто буду, Сереж. Ай, да? Да. Ну будь. А я буду нормальный и сделаю себе. Ох, это будет. Как Галкины любят по-американски. Ты что? А ну подожди, желтком поближе. Бейкон чуть-чуть сюда. Я еще не знаю. А тюлечки достать тебе? Это не надо, это же яйца. Максимум, что тут надо. Огурчик, да? Помидорку черри. Я даже не знаю, что вскрыть ее напополам или... Да, так вот пусть она мне... Пусть она мне во рту мешает. О, ты бачила? Смотри. Ё-моё! Ё-ё яичная. Ты что? Вот это упругий. Так, это в хозяйство. Прямо. Целиком пойдет. Ты что? Сейчас будет такое, такое. Подожди. Где мой шедевр? Японский. Ребята, я бы уже давно покушал бы и забыл. Но я же для вас стараюсь, чтобы вам был хороший аппетит. Правильно? Ну, чтобы она слюна там именно разыгралась так. И именно как ляпнула на пол. И ты думаешь, Липован, чтоб ты был здоров. Я же только покушал. Оно мне не надо. Ребята, так и надо. Идите на кухню и шмаляйте себе яйца. Себе, вот свои. Куда? Вот сюда. Вот надо на хлебушек туда положить. А, ты прям хочешь вот так. Все. Потекло. Быстрее в рот засовывай. Давай. Давай, давай, давай. Да елки-палки. Ну нет, не естся тебе вилочкой, да, как положено человеку. Надо вот это вот засунуть в рот, как... Помоги. Помоги. Смотри, у тебя все накапало везде. На руках. На одежде. На микрофон не капнул? Ешь, не капнул. Слюнявенькое такое. Вкусно? Катюня, ты не понимаешь. Мне сейчас срочно нужен диван.
чтобы я упал куда мне, куда мне надо. Чая не хватает, да, сладкого? Угу. Надо было заварить. Что ж это за завтрак такой у нас? Это лучшая еда, что я ел сегодня. Бомба. Пока Липован там жует и впихивает в себя яйца, покажу вам огород. Угу. Вон какая красота. Наконец-то ушла. Сосенка уже у нас растет. И потихонечку я сейчас эти яйца забор влюблю, засаживается. А я ей потом еще пожарю. И клубника Сережкина. Лично офигеть сажал. Вся прижилась. Красота. Сережка, ты уже наелся там, скажи мне? А? Я тебе еще пожарю. Ты все съел? Да. Ты что? Ну, нельзя так говорить, у меня еда из рук высыпается. Помочь? Ты уже помала, чуть не подавился. Фу, а вот теперь у меня силы богатырской, что у того этого, как его? Ладно, поняла. Кого уронили в чан? Не знаю. Астерикс, ёшкин ты кот. Все, а теперь можно официально пойти чая попить. Галкины, Гриликс, все люди добрые, огромное благодарю. За то, что вы у нас есть. Ты далеко? Специально. Это людям там. О, кстати. У меня же традиция вчера появилась. Только появилась, смотри, и уже блестит. Ты сиськи трешь? Ну да, что это, как это? Это всем людям на удачу. А у тебя на какую удачу? Потер? Я всем людям на удачу. Тыгдин-тыгдин-тыгдин-тыгдин. Эх, ты, какой приятный звук. Так ты будешь чай пить или будешь там стоять, как это? Ну буду. А куда ты идешь? Я просто не понимаю, мне за тобой идти? За самоваром, а куда тебе еще идти? О, кстати, самовар ты натереть обещал. Да. Угу. И что это, несчастье? Огород. Ты посади цветов сколько, и пчелы до сих пор к нам, как это, не перестают летать. Юра, Борисполь, спасибо вам большое. Юрочка, дуже дякую, чтоб ты был здоров, закидал цветами. И за Азалию спасибо, доехала всех тоже. Так он еще и в ресторан поприсылал. Да, тихо, не разбуди меня. Чтоб ты был здоров. А, короче, друзья, я цвет души с хорошим настроением для вас. Сегодня спала Миланья. Ну и красиво кушал Липован. Благодаря боженьке. Правильно? Да. Все, будьте нам здоровенькие. Целуем, любим. Всем пока-пока. Чао.